Всем добрый-добрый день. Сегодня 12 февраля 2023 года, и у нас перевозка в яслях. Вынужденная перестановка. Вот начал таять снег, и у нас вон там угол потек. Не угол, а там с той стороны. В общем, будем решать вопрос. Диван отодвинули, навели порядок, сделали перестановку. Теперь у нас диван уехал в другой угол. Малыши не расстаются со своим любимым тазиком. Здесь спит малыш. Азартик, малыш. Набегались помощники. Мне же пришлось вместе с ними убирать. Чайка и... Уснули все в домике, в тазике. Да, и Люти. Пеленочка очень понравилась, надо ее обязательно порвать. Вот здесь я им сделала уголок новый, пеленочку постелила для туалета. Всем очень понравилось, все по-новому. В общем, помогали мне подметать, потому что под диваном там только меня не было. И пыль, и вкусняшки, и засохшая морковка, которая пошла вон в ход. Вот такие вот кусочки морковки, которые давным-давно высохли. Вкусняшки, вот смотрите. Это что за голос у моего Одиссея? Одиссей хочет отжать вкусняшку у Эрики. И у него это хорошо получается. Так, кто перевернул пеленку? Последние часы проводит в нашем доме красавчик Мультик. За ним едет мама, собственно, ручно забирать красавца. Ноготочки подстригли, подготовились. И будем сегодня с ним прощаться. Малыш поедет жить в Сочи. Обязательно вам расскажем, как пройдет у нас встреча с мамочкой. Да, Фанточка здесь с нами и Рада нянчит детей. Кто-то уже укладывается, кто-то балуется. Но я, наверное, потратила часа два на уборку здесь. Все мыло, убирала, двигала, меняла. Посмотрите на этих красавцев. Вот такие сладкие мордаши. Сегодня у нас еще вакцинация у Азарта вторая. И ты хочешь на диван? Красавчик ты мой. Ты мой красун. Рада? Нет. Вот так им здесь нравится. Видите, вот эти кусочки валяются. Это морковка. Вот так. Все, вот дети любят перестановку. Любят перестановку. Ой-ой-ой. Да, расстроила меня здесь. Вон, я тут прикрыла. Глаза не бросала. Видите, какой мокрый угол. Ну, это вот с той стороны у нас где-то что-то там не было. Вот наш домик уже полтора года домику. Ну, будем решать вопрос. Видите, чуть. И, кстати, в другом домике, в первом вольере тоже углы. Крыша у нас не течет, не знаю. Ну, вот что-то. Очень большая влажность. Хотя я все равно не могу понять. Ладно, это мужская работа, муж будет решать. Вот, а пока мы сделали перестановку. Давно было пора навести порядок. И вот такое вот веселье. Весело, весело, всем весело. Я двигала диван прям при них, никуда не убирала. И они мне помогали все брать, убирать. Я полное ведро вымела под дивана. Знаете, когда полтора года диван простоял, и он не сдвигался, что там только не было. Много вкусняшек, много морковок. Ну, пылька, конечно. Ну, в основном еда, корм. Все такое, знаете, высохшее, полыжи теплые. Так что ничего не пропало. Все едят вон. Ой-ой-ой, айва балуется. Вот такое вот веселье у нас, ребята. Так что вот мультик сейчас наиграется немного. И тыкать, тыкать.